есть. А, это ты. Здорово. Охранник пределе. Это, как говорится, в преисполнении. Ну, 300 тысяч, дорогие мои. Вы улучшили свой бизнес до 5 уровня. Теперь ваш бизнес можно будет найти в списке бизнесов по GPS. Это позволит привлечь дополнительных клиентов, тем самым повысить доходы предприятия. И ради этого 300 долбанных тысяч. Я просто, видишь, привлекаю клиентов. Мне нужно здесь девушку ставить явно. Причем там, знаешь, в стрингах. Да не, и мент сойдет. Мент наоборот отпугивает, я думаю. Танец маленьких у тебя, талисман маленьких у тебя. На-на-на-на. Танец маленьких у тебя, танец маленьких у тебя. На-на-на-на. И ногу так, знаешь, незначай. На детском утреннике так, ну это, танцуют для детей. А потом ногу так, ай, погладил. Ой, извини, забыл, что я это... Не на второй раз. Вторая работа, и работа в стрип-клубе. Иначе забылся, танцевал. Да, я пока ФК шел, подъехали ко мне. Генерал, смотри прямо. Правда генерал? Ой. Это, по-моему, из старших вообще. Вот здесь нельзя заходить, жалко, вот прям вот сюда, вот в эти вот. Типа сел, знаешь, за стол. Коленку на стол положил. Да. Манерный только сидит. Виски налил, виски с пластиковый стаканчик, блин. Ну-ка, я абсент попробую, опа. Самое дорогое, что у тебя есть. Первые клиенты просто. О, как вкусно, в глаз, знаешь, так. Смотри просто, в глаз. Вы что там собрались котов убивать? О, здорово. Здорово. Опа, это... Тут первые посетители в бизнесе. Да, один уже проблевался. Ладно, Маус, чё ж теперь поделать? Так, господа, вы ждете меня? Чё, кто там выкабучивается? Я в баре. В баре? Там убить-то его надо, да? А то у нас там за горой это реально есть кладбище, в которое зарыть можно. Да этот тип уже нормальный, он спокойный. Он нормальный, он спокойный, ладно. Он угомонился. Чё, он хоть извинился, ё-моё? А, тот якудза нет. Ой, не якудза, блин, а ацтеки это или... Да, ацтек. Это ацтек. Идиот. Я убил бедного Мауса. За что не прошло? Теперь еще 500 баксов платить за то, чтобы мне машину доставили к этому. К дому? Да. А, вон Маус на УАЗике. Ой, Лёва на УАЗике приехал. Вот паркуйте машины здесь, где я, вот так вот. ПРП, пожалуйста, все, спасибо. Так, все. Смотри. Я копа доставил. Смотри, какая у меня тачка. А чё, купи себе такую? Офигенно, это ты её купил, всё себе, да, ништяк. Да, купил себе у якудза. На самом деле это плюшки просто работы на якудза. Мент бухать приехал, тут твой коллега. Я его подобрал вообще где-то там. Мне молочка, пожалуйста, вон иди человеку молока налей. Ты у нас теперь бармен, понял? Где бармен? Ну блин, праздник, иди вон налей, всем молока за мой счет, блин. Да что? Буду смотреть, как ты стажируешься. Конь! Як! Мышьяк. Мышьяк! Он разбил твой стакан! Напиши, они у нас пластиковые, скажи. Плати! Ты разбил. 250 баксов, скажи. Разбил стакан. Он когда странно гнулся, говорит тебе спасибо, не надо. 300 долларов. Я отработаю. Ой, я нашел нам нового раба, Леон. Отработаю. Такой нагнулся, да, такой. У нас что, золотые стаканы такие, что ли, что 300 долларов? Да, я заказал там стаканчики просто и... Ой, это что за... Подожди. Позолоченные пластиковые стаканчики. Слушай, тут итальянская мафия. Я даже не знаю, в каких мы с ней отношениях. Вражда. Вражда? Лёва, короче говоря, готовь лопату. Я прячусь. Готовь лопату. Подмочи, морду бей. Давай, бей итальянца. А я-то чё, ты же, блин, у нас из вражеской мафии, так что давай на Яре. Я нормальный якудза. Ты же якудза, который кроет мой этот бизнес. Хотя, слушай, он нормальный, он пьет, он платит, все. Да вот он не залупается пока что, если полезет в залупу, вот так вот сделаем просто и все. У вас стулья разные, нафига тип наркоман вообще? У нас стулья разные, странные какие-то стулья, слушай. Бухаем!
Не дерись, китаец. Выпить напиток. Кто назвал меня китайцем? Я ненавижу расизм. Я ненавижу расистов. Ну, потому что ты и есть китаец, насколько я понял. Я японец, блядь, тупые вы расисты. А где здесь стакан? Ну, извините, я хотел бы вам, скажи корейцы. Я буду жаловаться. Расюга. Расюга. Я японец. Японец, китайцы, гамма. Ого. О, там сзади мои пацаны просто. Положат просто итальяшку в случае чего. Китаец. Все равно китаец. Неси, блядь, лопату. О, заебись, его убил, чувак. Мне даже на уровне розыска. Спасибо за помощь, друг. Всем молока за мой счет, я в итоге такой кричу. Типа только что убили в моем баре. Молока всем! Тащите лопаты. Ты наш человек, ты купленный коп. Ты только глянь на это. У меня аж душа радуется. Люди ставят машину правильно по парковке, по РП. Ой, байкер еще так, там. Так, хорошо. Типа, знаешь, я начинаю отыгровку. Так, Ми, взял лопату. Пошли закопаем. Взял лопату. Пойдемте закопаем. Я сейчас свой УАЗик пригоню. Лёва, закинь труп. А, о, ты подгони УАЗик, короче, да, действительно, подгони УАЗик. Воу-воу-воу. Если будет дальше так машины правильно ставить, я вообще радоваться буду. Так. Где твой УАЗик? Подгоняй его к заднему входу. Бля, я с трупом на плече хожу. Сейчас, задний вход, вот он тут. Давай, я тут с трупом на плече расхаживаю. Так, багажник открой. Так, ага, сейчас. Где там багажник? О, открыл. Фига себе, это прям выемка под труп как раз. Выемка под труп. Погрузил труп. Все, сейчас, хорошо, я свою машину возьму. Целая делегация. Выемка под труп, как будто у меня машина апгрейжена для таких дел, блин. Ну просто мы предусмотрели этот вариант, что в баре могут люди умирать, а мы любим своих клиентов. Поэтому их надо аккуратно захоронить. Да, все, Лёва, поехали. Это отдельная услуга, блин. Да, поехали на индейское кладбище, все, я на машине. Ладно. Я тоже на машине, давай. Сейчас он сядет, нет, парнишка-то не будет. А, ну он к тебе, все, поехали. Вы главное сейчас вот что, самое главное, аккуратнее здесь. Это долбаная главное, пустыня. Главное, чтобы нас менты не остановили. Чувак. Ты видишь, как я езжу? Сказал мент. Какие менты? А, ну если что, скажем, что там это... Блин, вам-то сложнее, у меня это... Внедорожник. Тип просто пишет, говорит, если говорит, труп найдут, я возьму всю вину на себя. Шикарно. Где-то здесь, я подзабыл. А, ну вот за этой горой получается. Да ты мудак, отвечай. Да я пьяный, ты что, не знаешь, что, короче, когда пьяный, типа, вождение не совсем нормальное. Да нет, нормально. Да ёп! Уводит. Увернулся от дикого удара. У нас, да главное, с нами коп. Но из-за того, что сегодня праздник, пофиг. С нами сегодня коп, с нами сегодня якудза. С нами сегодня Степаша и это как. С нами сегодня все. Давай на дамбе похороним. Не-не-не, там кладбище же. Во-во-во, мне кажется, пробежаемся. Да, мы приехали. Город. А вот, да. Кладбище домашних животных. В яму. Не стоило этому итальяшке говорить, что я этот. Я, короче, доставайте труп, я начинаю копать. Багажник, во. Открой багажник. Что же мы наделали? Мы убили своего клиента в баре. Ну такое происходит. Такое бывает. Смотри, подожди, взял лопату, иди сюда, вот он. Яма. Я уже копаю. Да тут яма уже, вот смотри, видишь, по РП. Яма. Это же по РП, ну нифига себе. Ладно, начал закапывать. Не, я только взял ее. А, ты тоже взял? Ну наяривайте пока. У меня в руках лопата. Да я труп кинул в яму. Жалко трупа самого нету, персонажа так бы приколюнулись бы тоже. Знаешь, сыграть трупа. Это тоже отдельный приколюха. Ладно, а мы так уже думали делать. Так. Начал закапывать.
Покиньте, я все еще пьяный. Бля, я там компал. Нифига ты там напился-то. Вот нормальный бармен. Клиентов убивает, пьет пойло, блин, из бара и протирает стаканы. Ты смотри, у тебя не простой бармен, у тебя бармен якудза. Кажется, я забыл посмотреть портфолио. Да, забыл о предыдущем месте работы. О, у меня есть идея. Закапывает труп. В принципе, и платил деньги за бухло. Да. Это было важно. О, я протрезвел. Что я наделал? Он был нашим клиентом. Я забыл выключить воду в баре. Блин. Я его не знал, он купил бутылочку пива. И я в туалет хочу. Отойдите, пожалуйста. Не, ну это уже совсем аморально, слушай. Да ладно, я шучу. Не стал бы я так делать. Пожалуйста, не вырезайте там слово «не стал бы я так делать». Ладно. Да. Все, это наша маленькая тайна, господа. Мы никому не скажем, что ты делал этим летом. Да. Так вы-то соучастники уже в любом случае. Да я же все прикрыл, все нормально. Но сегодня выходной, сегодня праздник. Да, сегодня можно. А пойдемте кого-нибудь еще в нашем баре убьем. Попросим этого чувака за... Бля! Оставили. Кажется, ты даже... Ты на дорогу смотри. Да ёпт! Два раза подряд. Чувак, надо бы отметить. Только не в моем баре, хватит смертей сегодня. Не-не-не, все нормально, не переживай, мы в подсобке в этот раз будем убивать. В этот раз будет все норм. I'm done. Маус, ты уже можешь носить оружие? Да-да-да. Еще чуть-чуть, и вы меня с праведного пути можете сбить. Я скоро начну быть криминальным лицом. Да, ты тише успокойся. Бородач все возьмет на себя. Вот и все, господа. Мы зарыли тело. Вот и все. Узнаешь все, что останется после меня. Слушай, вот и все. Что осталось с тобой? Тут какой-то Леон Грант. А, стоп, это же мой босс. Ты укуренный. Сейчас, секунду. Ты там сошь, что ли? Босс! Да! Что там у тебя? Босс! Ты написать-то можешь написать. Ну, на всякий случай, босс, у меня плохие новости. Ну, и хорошие одновременно, я даже не знаю, с чего начать. Что такое? Ты меня заинтриговал. Говори. В общей сложности, помните мои там старые связи, мое прошлое и все тому проще. Ну, короче говоря, есть у меня связи, и вы рассказывали о том, что вы искали своего кота. Это мой кот. Его зовут Пушок, и он потерялся. И с тех пор, когда я не смог его так и найти, я стал детективом. Что-то не узнаешь. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, начну, пожалуй, с того, что мы нашли кота. Замечательно, и где он, мой Пушок? Знаете, босс, теперь, пожалуй, начинается самая не очень приятная часть, наверное. Не хочется даже это лично мне вам говорить, но... Он умер. Какая хрень! Кто это был? Я знаю, что он не мог просто так умереть, он же был кунг-фу кот, он мог любого убить. Что за хрень? Мой босс, наркоман! Босс нас от горя убила, что ли? Босс, какой кунг-фу кот, вы о чем? Мать твою, импровизация, ладно, давай дальше. Тем не менее, слушайте, босс, вот сейчас я разрулю всю тему. Помните вашего напарника по работе в полиции? Прошел суслушок среди наших, что у него был на вас зуб. Да ты что? Жеваный торт. Понимаете, сейчас нет никаких доказательств. Единственный способ либо бритвой по горлу и на кладбище китайское, либо... Тогда пришло время вернуться. Вперед за мной! Это какого хрена вообще у меня здесь происходит? Ну ладно. Это не я. Окей. Итак, пришло время одеть свой старый скин. Вот и все. Пришло время вершить правосудие. Опа.
понял, да? Ага. Какого хрена, чё? Понятно всё.